Приветствую всех, кто заглянул на мой канал «Роскошные ароматы». И в сегодняшнем видео я хочу рассказать о таком, наверное, немножко уже подзабытом аромате Дживанши Пи в концентрации туалетная вода. Несмотря на то, что аромат мужской, то есть он подается как мужской аромат, никакой не унисекс, мне кажется, что он будет интересен также и женщинам. Чем этот аромат интересен? Этот аромат интересен тем, что год выпуска его 1998 год. В продаже, по-моему, его уже практически не найти. Купила я его в одном из дьюти-фри, где, честно говоря, было очень много раритетных ароматов, которые уже, например, ни в Бориспольском дьюти-фри, ни в Украине я не могла найти. И когда я увидела вот этот аромат, попробовала, читала еще раньше много интересного о нем и прикупила. Ну, во-первых, посмотрите на бутылек. Действительно такой интересный, оригинальный. Здесь вот так вот и вы пшикаете. Дживанши, вот так. Сзади, посмотрите, тоже интересно очень он сделан. То есть все здесь гравировка, то есть вы видите, никакая не наклейка. Аромат вы видите темный, уже такой настоявшийся, такой эх, ух и ах. Основные аккорды аромата. Бальзамический, ванильный, ароматический, сладкий, миндальный. То есть из описания аккордов уже видно, что не совсем он мужской. Здесь ванилька, здесь миндаль, сладость, много-много чего. Что касается пирамиды, то пирамида здесь очень многогранная. Верхние ноты – это розмарин, мандарин, тархун и базилик. Средние ноты – нероли, то есть вы видите, уже цветы появляются, герань, ландыш и анис. Базовые ноты – бобы, тонко, миндаль, бензоин, ваниль и белый кедр. Нот очень много и ноты очень интересные. Та же герань, например, да, или тархун, тоже так нечасто я в ароматах встречаю, розмарин. И мне кажется, что это тот аромат, один из ароматов, который может носить и женщина. Хотя он все-таки более мужской, но очень интересное звучание. Возможно, здесь сыграла свою роль вот эта старая школа, да, так как аромат 98 года. Возможно, сыграло то, что, видите, аромат уже настоялся, такой темный, действительно классный уже. То есть все, что можно, он всю красоту уже показал. Поэтому я могу его отнести к ароматам унисекс. Аромат пряный, травяной, то есть я чувствую здесь и пряности, и вот эту траву. В то же время он немножечко такой, знаете, терпкостью отдает, то есть все-таки трава, но не трава зеленая, как мы привыкли, да, вот какая-то терпкая, что ли, может быть, сухая, или вы идете по рынку, и вот бабушки продают вот эти сухотравья, вот тоже вот какой-то такой аромат, а не трава зелень, я имею в виду. Но в то же время он теплый и немножечко сладковатый. Честно говоря, я все-таки больше отношу его действительно к мужскому аромату, то есть это не такой классический унисекс, к которому мы привыкли, да, что, например, та же Лолита Лемпика, зеленый любовник, да, и мужчины, да, и женщины носят с удовольствием. Здесь все-таки он более мужской, причем для мужчин таких постарше, не для юных мальчиков, не для подростков. Но сейчас, конечно, я его пшикнула, он очень шлейфовый, очень стойкий, очень такой проникновенный, то есть вот этот аромат окутывает вас с ног до головы. Поэтому буду пробовать зимой. Вот если так охарактеризовать кратко, для меня это, знаете, все-таки такая более, больше гурманский аромат. Такая, знаете, красивый гурманский аромат. Причем собран очень качественно. То есть, как бы и все ноты можно вычленить. Ну, не все, но большинство. Да, где-то я и розмаринчик слышу, где-то и тархун. Качественный аромат. Яркий такой, красивенный, шлейфовый. И мне кажется, на фоне всех вот этих новомодных новоделов он будет звучать оригинально. То есть действительно он будет идти своей отдельной линией и как бы своей дорогой, да, своей личной такой тропой. Очень красивый. То есть несмотря, что это все-таки классика 90-х, вот я не знаю, я его пшикнула, несмотря на то, что мужской, решила взять. И вы знаете, очень-очень этому рада.
Я не буду вам этот аромат рекомендовать вот брать без теста. Все это классика, необычное звучание, куча нот, несравнимо с современными. Нет, его все равно нужно тестить. Но вот, вот мне кажется, что если для мужчин, то можно брать вот 100%. Все равно он практически на каждом мужчине сядет красиво. Ну, может, кроме таких совсем молодых парней и подростков. Если для женщины, то, конечно, тестить, потому что здесь такой, знаете, 50-50. Кто-то скажет: ух ты, класс, какая красота, такой красивый немножечко. Вот если по-женски, то какой-то и кремовый здесь есть, и какая-то вот эта сладость, миндальность, да, и травы какие-то, вот может розмарин, может какие-то, даже горечка, это может полынь присутствует, да. Но в то же время он не такой приторно женский, да, как женские ароматы. То есть вполне сядет на мужчину. Но здесь вот это присутствие также каких-то смол, дымности тоже имеет место быть. И вот что мне нравится, что даже когда вы пшикнули, самое первое раскрытие, он звучит все равно красиво. Нету никаких-то таких спиртовых, химозных, но знаете, когда бывает аромат пшикнул, пока он усядется, выветрится вот этот спирт, нет. Вот вы пшикнули, и сразу можно наслаждаться ароматом. Конечно, аромат со временем меняется. Начало такое яркое, знаете, восточное, специевое, потом аромат усаживается, то есть появляется уже какая-то больше дымность мне преобладает. Не знаю, красивый. Читала, что есть две версии аромата, новая и старая, но я, честно говоря, не поняла. То есть вот это старая, а новая P Extreme, либо именно вот P есть новая и старая. У меня, не знаю, какая версия, но я надеюсь, что все-таки не новодел, потому что аромат действительно такой, знаете, насыщенный, уже настоянный. Такой, действительно слышно, что не вот только что там и завод выпустил или где-то выпускает ароматы, что он вышел, сошел с линии вот буквально день-два назад. Нет, классный. Итак, если у вас нет возможности где-либо потестить, купить флакон вот этого аромата, то я его также распиваю. Все странички распива и страничка в Instagram с моими распивами в инфобоксе. Распив от 1 мл, но только для жителей Украины. В принципе, могу отправить и в другие страны, но мне кажется, что доставка будет дороже суммы аромата. Ну, как я так предполагаю. Итак, вот такое вот видео у меня сегодня получилось о моем таком, не могу сказать, что новом фаворите. Я об этом аромате давно читала, давно, не могу сказать, что мечтала, но вот как-то хотелось иметь. И когда увидела, потестила, то просто влюбилась. Зимой, конечно, сейчас, конечно же, не его время абсолютно. Зимой или холодной осенью буду пробовать, разнашивать. Хочу его также пробовать смешивать с, например, цветочными ароматами. Потому что если с ванильными, мне кажется, будет чересчур сладко. И так как аромат все-таки более мужской, мне кажется, если чуть-чуть какого-то цветочного аромата добавить, это будет, мне кажется, вообще бомба. Люблю вот такие мужские ароматы сладкие. Добавлять туда какие-то женские, чтобы аромат стал более женским, женственным, вернее. И буду пробовать и радоваться. Итак, если вам видео понравилось, то ставим пальчики вверх. Также подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А на сегодня всем пока-пока и до скорых встреч!